дедушки. Самый, хотела показать вам самый лучший хумус, который я обожаю. Он есть в Рэйве, стоит 2,90. Очень классно. Это самый мой любимый хумус. И я люблю вот Вальди, вот этот фришкезефас, не только с кройтой. Он всегда пустой, его все разбирают, остальные остаются с этим. Хотела показать то, что вот вкусно есть. Я все хумус, которые у нас есть во всех магазинах, перепробовала. И в том есть еще такой же хумус, но не такой же, но другой там. Подешевле в этом районе, но он вкусный. Это прямо как настоящий. Он просто я его люблю. А The King's Cuisine, да? Это он самый вкусный. Всем приятного аппетита. Моя булечка. Мне так захотелось это открыть и поесть. Обожаю. Всем приятного денька.